Завтра иду отдыхать с друзьями на речку. И сейчас покажу, как обычно у меня проходит ночь перед поездкой. Рубленое куриное филе, лук, зелень, соль, добавлю пряных специй. Вымешивать нужно, пока мясо не распустит волокна. Осталось только выложить все слоями. Мясо у нас уже оббито, как и крудюк. Вкладываем последний слой. 5 грамм, 1/2. Как будто казак на тебя смотрит пьяный. Слышь, даже надо будет руки помыть. Руки чистые уже, да? Да. Помыл руки, да, брат? Ай, хорош! И наоборот, а стоп, подсвечивай. Вообще не горячая. Руки дрожат, он на... Форель. Руки помыть надо, Лев. Ну, кусай туда. Контакт, чтобы сошел. Держи. Пробуем. Ты со мной идем. Чисто для компании, да? Ну как? Нападайте.